Всем привет! Как я и обещала в прошлом видео, сегодня у нас тест хны. Итак, хотелось бы еще немножко вам поделиться своим опытом и сказать, что прежде чем что-то рисовать на своей коже, нужно очень тщательно продумать рисунок, который вы хотите, потому что когда начнете в процессе рисовать, вам захочется что-то другое, вы передумаете, и у вас в итоге вообще ничего нормального может не получиться. Итак, начнем. Только сейчас вот она начала нормально выдавливаться. Что-то более-менее интересное может получиться из этого. Так, вот что получилось у меня. Конечно, красками мне намного привычнее рисовать или обычным просто карандашом. Еще этот тюбик, он очень плохо выдавливался, и что-то более-менее можно было нарисовать только вот уже когда я заканчивала этот рисунок. Так, с этим рисунком нужно просидеть где-то, наверное, полчаса. Или минут 40, а может быть, наверное, даже еще больше, чтобы цвет был более насыщенный. И после этого, что получится, когда мы удалим остатки хны, мы включим камеру и вам покажем, что у нас получилось. Итак, вот что у нас получилось. Как вы видите, цвет ненасыщенный, я еще здесь себе нарисовала, но тоже ничего не получилось. Так что, скорее всего, это нужно выбирать именно цвет самой хны, чтобы она была черная или белая еще есть. Вот, так что вот так вот. Ребят, я немного ошиблась в своих показаниях цветов хны, действительно их очень много, существуют и разноцветные, но хна, которая у нас, она меняет свой цвет только через сутки, и это зависит еще от цвета вашей кожи. Вот на мне она стала вот такого вот коричневого цвета по сравнению с тем, что было вчера. Вот сегодня она вот такая вот коричневенькая. Ну, конечно, не прям супер яркая, как мне бы хотелось, но тоже как бы ее зато видно, она не рыжего цвета, она коричневая. И, в принципе, ее на коже видно, но она не сильно бросается в глаза, в отличие от черной. Мне кажется, черная бы вообще кидалась в глаза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был канал Can Be Hot. Пока-пока!